А где Коля? Уже уехал и не попрощался? Уехал. Лену повез с матерью знакомить. А я вам новости принес. Хорошие? Это смотря с какой стороны посмотреть. Вещай. Я сейчас на озере был. Ну, искупался. Стал собираться. Смотрю, в кустах кирки с лопатами. Угу. И маленький ломик. Так аккуратно лежат. Ну и что? А то, что за мной кто-то наблюдал с того берега. Опять ты за свое? Почему за свое? Я искупался. Сделал вид, как будто ухожу, а сам в кусты к берегу. Какая-то неопределенная личность за мной наблюдала. В длинном плаще и капюшоне. Один? Один. Отшельник, небось. Их после войны тут много было. Нарыть землянок и прячутся. Зла никакого, и толк тоже никакого. А как жили, чем питались, никому неведомо. А лопаты зачем? Землянку копать. Правда, я лет 10 о них ничего не слышал. Может, сходим, разведом, что к чему? Поешь сначала. Чего я заготовила? Остынет все. Уйдет. А ты по-быстрому? Отец пускай дома сидит. Я с тобой схожу. Ладно, согласен. Служба службой. Встречать. Боже, какие куры смешные. А у нас там еще корова есть и несколько хрюшек. Забавный ты. Ой, боженьки, а я ж не одета. Ты б хоть позвонил бы ради приличия. Здрасте. Здравствуйте. Я мама вот это вот обалдуя. Лена. Леночка, а я как раз вареники поставила. Ну, как чувствовала, что придете. Спасибо. Валентина Ивановна. Спасибо, Валентина Ивановна. А мы вот только недавно завтракали. Завтракали? Так уж и обед скоро. Соглашайся, таких вареников ты в жизни не ела. Так, Коль, а я ж... Да ладно, мы тебе с вишней выловим. Ага. Ну, раз с вишней, то... Мать, накрывай на стол, а я пока экскурсию проведу. Так, ты экскурсию вон с калиткой в огород проведи, а то ведь куры-то все поклюют. А мы пока тут побеседуем. Че там показывать-то, сарай да погреб? Иди, деточка, сюда, иди. Так. Ну ты давай, дочка, проходи, садись, рассказывай, а я пока вареники в воду опущу. А что рассказывать? Ну как что, я же мама, мне ведь все интересно. Откуда ты, где работаешь, как вы с Колей познакомились? Да все очень просто. Я из города, я приехала сюда друга навестить, а Коля меня до лесничества подвез. Это к Ильичу, что ли? Да, к Александру Ильичу. А что это у него там твой друг делает? Ну, он там егерем работает. Да я что-то не слыхала о таком. Ну, он просто туда недавно устроился. А он тоже из города? Да. Вот чудеса-то, а. Наш, наоборот, все в город бегут, а он сам да прям к нам. Может, он только на практику? Да нет, это он сам так захотел. Вот дела. Может, влюбился? В кого это? Ну, как в кого? В Ирку? Ильичеву. Она у нас девка видная, крепкая. Мужики аж дар речи теряют, когда она к магазину подходит. Может, и влюбился, нет, что. И то правда. Знаешь, я как считаю? Баба она должна быть бабой. Нечего из берданкой ты по лесу шастать.
Дома надо хозяйство вести, детей рожать, за мужем следить, чтобы он чистый ходил со всеми пуговицами. А она, ну это ж прям мужик в юбке. Ой. Ну, а Коля говорит, что она хорошая, нежная. Ну, просто ее обидели. И она обижается теперь на всех. Вот. Нечего было по городам шастать. У нас вон здесь и воздух, и природа, и молочко всегда свежее. А там что? У вас тут хорошо. Вот и я сюда приехала. А вот Колька мой. Сколько раз его в район звали? Даже звание обещали дать. Ну, ни в какую. На кого, говорит, я вас, мои родные-то, брошу? Ой. Вот ты знаешь, вот пусть даже не мой сын был бы, а все равно ведь, как только стал участковым, сразу в селе порядок появился. Вон раньше сосед наш Мишка, бывало, напьется и давай на своем зилу по селу гонять за курями да за гусями. Столько живности передавил, жуть! А теперь не пьет. Да, только дома и то по праздникам. О! А магазин наш? Нет-нет, да дверь вышибут. Водку и закуси с прилавка заберут, а мы потом сидим месяц без хлеба, пока у них там расследование идет. Ну, хотя бы поймал? Поймал. Двое оказались из соседней деревни. Теперь-то им неповадно будет. А Кольке премию выдали, и эту, рацию. Правда, не новую, зато он теперь на связи. Вот. Знаем, пользовались. А ты знаешь, ведь у него руки, руки-то золотые. Ведь он по хозяйству, ведь все, что хочешь, сделает. Но, правда, некогда ему, служба. Понятно. А я слышала, что у вас в селе с врачами совсем плохо. А ты врач? Да, педиатр. Слушай, дочка, у меня вот тут вот шусь колет. И ты знаешь, весь день бегаю, ничего, а вечером, ну, прям напасть какая-то. Я вообще детский врач, но... Вам нужно сейчас отказаться от острого и жирного, и лучше всего перейти на овощи и фрукты. Вы поешьте сейчас паровую пищу и попейте фреш из свежих овощей. Чего мне попить? Ну, свежевыжатые соки. А, ну это пробовала я на капусте сидеть. Нет, не помогает. Ну что, только на одной капусте, что ли? Ну, не прям только на капусте. У меня подружка тоже села на какую-то африканскую диету, а там кокосовое молоко и ананасы. И что? Ну, накладно вышло. Пришлось отказаться. Ага. Вот и мне пришлось отказаться. Я как подумала, что всю зиму на одной капусте. А картошка, а сало пропадут. Потом я Кольке ведь варю, мне ж пробовать надо. Он же у меня любит все солененькое да остренькое. Да я ведь сама-то ведь не в девках хожу. Слушай, а у вас как, сколько-то? Серьезно? Ну, я пока не знаю. Мы же только 2 дня знакомы. Ну, это ничего. А ты не торопись. Ты погости немножко. У нас места хватит. И мне веселее будет. Не торопись. Ну, посмотрим. Спасибо большое. Товарищ генерал, ваше приказание выполнено. В огород теперь не только куры, на танке не прорвешься. Молодец, мой руки и за стол. Гости угощать будем. Это хорошо. Хорош. Столько времени живешь, и хотя бы полусловом обмолвился. Угу. Ну чего ты все? Угу. Я все думаю о том человеке в плаще. Странный ты.
Чем же я странный? Вроде такой жизнерадостный, а глаза грустные. Тебе показалось? Мне Лена все рассказала. Лена? Ну, не все, а так, в общем. Ну, кто из нас странный, так это она. Откуда она может обо мне что-то знать, если она знает меня всего ничего? Ей соседка твоя рассказала. А, ну она может рассказать. Наболтает. Дай только волю. Зря ты так. Все-таки очень сложно жить человеком, у которого вся жизнь как X и Y. Ир, всему свое время. Побрился бы. А я привыкаю к лесной жизни. Бороду отращиваешь. А что, нельзя? Не знаю, смешно просто. А мне, между прочим, здесь не перед кем красоваться. Да что ты, обиделся, что ли? На обиженных воду возят. Вить, отомри. Или то, что ты озеро видел, тебя больше не интересует? Показывай, где твой клад спрятан. Вот здесь, в кустах. Говорил, раньше надо было идти. А тебе не показалось? Головы, кровь. Ты ж к этому не привык, я видела. Ну, знаешь. Ну, прости, не хотел тебя подначивать. Я ж по-доброму. Говорю тебе, все это здесь лежало. Мужик оттуда на меня смотрел. Ага. Трава еще примята. Ну да, ветка сломана. Где-то здесь должны быть следы. Скажешь тоже. Почва тут влажная, мягкая. Зачем тебе? По следам вряд ли что разберешь. Нет. У нас в селе единственный магазин, и товар туда раз в пятилетку завозит. Так что по размеру и стоптанности можно в раз определить, наш кто был или не наш. Вот. Что? Следы. Нет. А, это мои. Да, твоих тут полно. Все истоптал. Купался. О, а может этот? Где 45-й? Сапоги? Нет, скорее горные ботинки. Видишь, протектор глубокий и каблук скошенный. Ну, так это Коля вчера искупался. Да нет, у Коли туфли форменные. А там практически на подошве рисунка нет, а здесь тяжелые. С рисунком, видишь? Ну, ты даешь. Теперь в магазин и узнать, кто покупал ботинки 45-го размера. Тебе нравлюсь? Ну, как тебе сказать? Ясно. Ну, что тебе ясно? Ты меня врасплох застала. А на такие вопросы у каждого мужчины должны быть ясные ответы. Да! Что да? Нравишься! А почему? Ну, как почему? Потому что... Тихо ты! Ты чего?
Выигрываю время, чтобы подумать. А, мне показалось, споткнулся. Обычно женщины такие вопросы не задают. Но я же необычная. Да, ты необычная. Вот видишь, и... Что и? И скажи, какая я. Ты? Ты как тюльпан, усыпанный росою. Вдали от солнца, спрятанный в лесу. Тебя лелеют, берегут. Тобой восхищаюсь. В майскую грозу деревья ветками тебя скрывают. От громких капель и холодных звезд. И птицы сладкой музыкой ласкают и отвлекают от любовных грез. Понятно. Воспользовался запрещенным приемом. А чего же? Нескромный вопрос, нескромный ответ. Во мне все-таки есть ряд недостатков, на твой взгляд. Идеальных людей не бывает. Ясно. Ну, поговорили. По-моему, неплохо поговорили. Празднуешь победу? Я же Виктор, победитель. Тогда я задам тебе еще один вопрос. Нескромный? Ну, чё там? А? Я спрашиваю, чё там? Ничего. Что значит ничего? Ну, чё там? Исчезло всё. Пока собирались. А что, это вы какие-то странные? Дела. Вот давай, давай его сюда. Вот так, давай. Сразу. Тяжело. Да не то слово. Тяни, давай. Переворачивай. Здесь его и пристроим. Привет, мужики. Ну, наконец-то. Пожрать принес? Принес. Камень. Обошли. А без жратвы даже мухи дохнут. Да ладно, ладно. Вон только пожрать. Принес и выпивку, и закусон. Слушай, сюда б тротильчика грамм 500. Ну, в раз бы доковыряли. Ага, ага. Чтобы участковый тебя за интимные места взял. Никакого шума, они и так заинтересовались. А ты место не перепутал?
Ты бы карту показал, а? Мы бы вместе нашли. Да какую карту? Я сказал, копай здесь, ты и копай. Знаю у вас. Дай вам только понюхать пирог бочину, и никто не найдет, где могилка моя. А ты не боишься? А я и не боюсь. Бабу хочу. 2 месяца не баловался. Вот ты своим дружком и попользуйся. Что ты сказал? Чего? Стоять. А то меж глаз без предупреждения получишь. Понял? А границ сам ковырять будешь? На рожон лезешь. Таких, как ты, вон на каждом вокзале по 5 человек на место. Ну, не кипятись, не кипятись. Скажи лучше, чего ищем. А то энтузиазма не хватает. Во-во. Насчет твоего энтузиазма мы договорились. Так что бери кайло и начинай махать. А то ведь я могу передумать. А ты попробуй. Ладно. Собаки лаются. Мы все-таки люди. Ладно, договоримся. Ага. Дядя, а ты про девочек все-таки подумай. Скучно нам здесь, а? А ты работай. Денежку получишь, сам найдешь. Эх ты, дядя. На. Спасибо, мам, за обед. Сейчас бы завалиться минут эдак на 120, но надо в участок съездить. Съезди, Коля, а мы тут с Леночкой еще поболтаем. У тебя очень хорошая мама, Коль. И вареники делает самые лучшие в мире. Вкуснее не бывает. Да ладно, чего уж там. Коль! Ау! Забыл! Ай! Ой! Спасибо. На! Спасибо. Мам, только надеюсь, ты не будешь пересказывать во всех подробностях мои юные годы жизни. Это еще какие? Сама знаешь. Слушай, он в детстве, ну, он очень пугливый был. Здравия желаю, Николай Афанасьевич. Привет. Надеюсь, без происшествий? Так точно. А что тогда выскочил? 2-й день председатель ищет. Ну и? Ну здесь он, я его чайком балую. И что ему выходной день не имется? Говорит, гости едут из города, высокопоставленные. Так у нас все в порядке, переживать не вижу смысла. А? Он у вас в кабинете. Ну и хорошо. Доброго дня, Александр Ефимович. Смотрю, у меня обосновались. Срочное что-то? Здравствуй, Коля. А что с рукой-то? А. Ну, я вижу, тебе уже все доложили. Ну, так по долгу службы, Александр Ефимович, положено. Ну, ладно, не буду тебя расспрашивать. Мне тоже уже доложили, что вернулся не один, а с девушкой. Это кто это такой быстрый? Ну, мне тоже по долгу службы кое-что положено. Не будем вдаваться в подробности. Я, собственно, по делу. Вот абсолютно с вами согласен, Александр Ефимович. То ли с проверкой, то ли развлечься. К нам едет депутат нашего района со свитой.
Ну, развлечься, поохотиться. Так ведь не сезон же. Ай, сам знаю, кому сезон, кому не сезон. Вот тебе лицензия на отстрел, передашь Ильичу. И чтоб там баньку истопил. Ну, сам знаешь, что мне тебя учить. А у меня, может, выходные? А я, может быть, уже 2 года в отпуске не был, и ничего, в форме. А у меня, может, семейные обстоятельства непреодолимой силы. А меня, может быть, жена скоро из дома выгонит. Ухожу, и еще спит. Прихожу, и уже спит. Быть начальником – это нелегкая работа, Коля. Я вот свою работу выполняю от и до. А прислуживать не нанимался. Вот так вот, Александр Ефимович. Колька, я все матери расскажу. Как ты своего крестного не уважаешь. Ну, дядя Саш, ну вот как посмотрю на эти рожи, ну вот сразу переключить телевизор хочется. Ну, а ты не смотри. Включи дежурную улыбку и под дурачка, под дурачка. Да тошно. А мне не тошно? А как прикажешь дорогу в село заасфальтировать? А как мне инвестиции на благоустройство получить? А как, наконец, дом культуры достроить? Как, я тебя спрашиваю? Коль, ну я же тебя не прислуживать прошу. Там кушать подано. Скажи там Ильичу, этому новенькому. Ну, чтобы было с пониманием. День улыбки им из остающих в процветающие. Как крестика тебя прошу, Коль. Ладно. Только... Что только? Вот мне бы компьютер в участок. Я тебе счеты подарю. У меня от деда остались. Я понял. Ну вот и хорошо, договорились. А я тебе обещаю, осенью такую свадьбу отгрохаем. Всю жизнь будешь помнить. В новом доме культуры. Помяни мое слово. Помяну. Значит, дуй-ка лечу, а мне еще в бухгалтерию. Харчи же надо прикупить. А, всех подняли по тревоге. А ты как хотел? Все на ушах. Так, напиток надо. Напиток. Колу, что ли? Вот, кола. Точно. Сань, я к Ильичу в лесничество. Понял. Игра. Вижу, общий язык нашли. Ну, не ходить же ему в грязном. А я вот свое, и его заодно. Ага. Что ага? Сам же говорил отец. А теперь ага. Ну, это я для проформы. А сам-то он где? Огород копает. Ого! Припахало.
Никого не припахивала. Сам напросился. Схожу, поддержу. Поддержи, поддержи. Только без нравоучений. Я по-мужски. Я, так сказать, напутствие. Бог помощь. Нашел чего? Наган вроде. Да не вроде, а точно наган. Откуда он здесь? Отец рассказывал, здесь золотишко мыли. Наверное, он с того времени и лежит. Но жил-то полноценно здесь никогда не было. А вот песочек таскали. А где золотишко, там и всегда... Вот такие вещи появляются. Сами не пробовали? А на что оно мне? Чтобы жить в достатке. А я и так себе ни в чем не отказываю. Воздух не надышишься, птиц поют не наслушаешься. Работа есть, харч тоже, вон крыша над головой. А чего мне еще надо? Это вы с точки зрения отшельника подходите. Вещи отягощают. Какой от них прок? Да вы, Ильич, философ. Да нет, просто живу уже долго. И научился ценить самое важное в этой жизни. И что же? Душевный покой. Угу. Это когда на все наплевать, да? Да нет. Когда тебя слышат и понимают. Точно, философ. От этого никуда не деться. Ладно, бросай тяпку, пойдем на 75-й. Что-то не больно я верю в россказни про русалок. Как бы не... Что? По дороге расскажу. Пойдем. Неужели опять Николай к нам в гости пожаловал? Хорошо, что застал. Здравствуй. Считай, что тебе повезло. Еще 5 минут, и мы бы уже на 75-й топали. А-а. В общем, к нам едет ревизор. В смысле? Ну, вот тебе бумага на отстрел. А вот газета, так сказать, с фотографией претендующей личности на роль нежданного гостя. Ног-ног. Ух ты, кто же его так-то? Да я. От большой любви, наверное. Ну, а то. А, председатель просил передать, что если все пройдет удачно, то к осени у тебя будет телефон. Да. Видать, большая шишка. Ну, в нашей глуши любая городская шишка величиной с арбуз. Ну, в общем, нужны звери, хорошая погода, банька там, ну и все прелести экзотической жизни. А ты, значит, кусты? Ильич, ну ты же знаешь. Знаю, сам такой. Значит, говоришь, председатель просил. Ну да. Ну не будь он крестным. Надолго? Да, думаю, на день. А там Александр Ефимович его возьмет в оборот. Он уже поехал в город за фуршетом. А, ну так все сделаем как надо, не волнуйся. Только вот тут... Что? Да меня 75-й беспокоит. А Виктор сегодня еще на озере инструмент обнаружил. Еще какого-то странного типа... В длинном плаще. В капюшоне? Ага. А ты откуда знаешь? Так я Лену когда подвозил, выскочил один такой на дорогу, чуть под машину не попал. Весь в черном до пят, капюшон на голове. Прям тень отца Гамлета. И что? Ничего. Сиганул в кусты, я хотел было за ним, но Лена отговорила. Видать, надо было. В черном, говоришь? Ну да, как тень юркнул. Хана нашему празднику. Если такой вот... Из лесу
на нас шишка выйдет, так тут не фуршет, а памперсы покупать надо. Если бы я знал. Ну, я готов. Ну, давай, Коль. Давай. Счастливо. А, Ильич. О. 75-й, говоришь? Да. Секунду. База, ответь первому. База, ответь первому. База, слушаю, Николай Афанасьевич. Еду на 75-й, непредвиденные обстоятельства. Помощь нужна? А что, если нужна? Ты ж ко мне только к утру доберешься. Оставайся на месте, следи за порядком. Как только доберусь, свяжусь, часа через 3. А если нет? Вот тогда и выдвигайся. Конец связи. Я с вами. Ну что ж, пара крепких рук нам не помешает. Отец, подождите, я с вами. Ага. Ну что, хорошая компания собирается. Не хватает у Клены. Кого? Сейчас правее бери. Так, Коль, ну-ка постой. Это еще что такое? Кажется, кто-то решил вывести меня из себя. А ведь ее недавно рубанули. О, опять ботинок. Такой же, как у озера. Что такое? Да мы след такой же видели у озера. Только проверить не успели. Так, 44, 45, новенький. Протектор совсем не стертый. Да, мужик здоровый, такое дерево топором вальнуть. Не скажи, это все умненько подрублено. Сначала скосим к дороге, а потом уже... Тут сноровка нужна, а не сила. Знал, что делал. Где-то я его уже видел. Да осторожнее! Кого видел-то, Коль? Ботинок этот ваш мне покоя не дает. А. Ладно. Пойдем, тут недалеко осталось. Нет тут ничего. Пусть дает, что обещал, и валим отсюда нахрен. Не суетись. Тебе что, его копейки нужны? Не догоняешь, что ли? А по мне так лучше синица в руках. За такую работу такие бабки не платят. Значит, стоящие что-то ищем. В баню хочу. Пожрать бы в ресторане. Да в теплую постельку. А ну носи давай, а то я тебя рядом с ним в теплую постельку. Чем? Кайлом вот этим? Заткнись, тебе говорят, все. А то в раз успокою. Ну все, 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 все. А может тебя сейчас завалить? Бук, и нету. А камни сам будешь таскать? А че их таскать? Дыру надо побольше сделать. Вот так вот, раз, и все. Что, открыл, что ли? А то, задолбало меня на этого урода спину гнуть. А ну, покажи. Давай, ну-ка. Полезай, так. Смотри. Есть что-то, только пальцы не дотягиваются. Сейчас. Есть, есть что-то. Есть, есть. А-а-а-а! Господи, прости, господи, прости! Склеп отрыли! Склеп отрыли! Кайло, бери, разбей дыру пошире. Нет, нет, не буду, не могу! Не нанимался я тебе! Не буду! Ты будешь! Ты у меня кровью харкать по команде будешь! Ты у меня будешь кайлом махать, пока не сдохнешь, сволочь! А не будешь, так я тебя прямо сейчас! Полезай давай! На его место уложу! Но! Все, все, все. Сейчас. Давай, все.
Сейчас я. Господи, прости. Чего возишься? Ну все, все, как ты просил. Лезь! Но мы же договаривались. Лезь, я сказал! Набожный я, не могу. Лезь, сука! Да. Ну все. Так. Есть! Есть! Нашел что-то! Ну-ка глянь! Давай! Глянь, глянь! Тяжелая! Песок, что ли? Ага. Пошарься еще, может, на дне что припрятано? Да темно здесь и воняет чем-то. Нифига себе. Золото. Золото. Пошарь! Там еще что-то может есть. Да тут кости, тряпье всякое. Похоже, сковородка. Да, скажу я вам, зрелище не из приятных. Да, никого. Так, Ильич, оставайтесь с Виктором здесь, а мы с Ириной пройдемся по окрестностям. Только спрячьтесь, а то вдруг кто появится. Ясное дело. Я с вами. Подожди, я не хочу отца одного оставлять. Так что ж, будь добр. Ну что ж, пойдем поищем укромное местечко. Туда пойдем. Знаешь, Лена понравилась маме вроде. Может, подружиться, а? А мне-то что, Коль? Слышь меня, Ир? А он у тебя, ух, боец, надежный парень, да? А у вас с ним все хорошо? Что все? Коль, ну... ты нашел время. По сторонам смотри лучше. Ну, должен же я знать, кому я тебя отдаю. А то будет как с этим твоим. Слушай, не ты меня брал, он тебе отдавать, понял? За Ленкой лучше своей смотри, чтобы не сбежала с первыми морозами. А ко мне не подкатывай. Лен, ну че ты, все, что не скажешь... Ну, мы с тобой не чужие, да? Ну и не родня. Дружба дружбой, а с женихами как-нибудь сама разберусь. Давай он к пригорку. Ильич, расскажите мне про старателей. Расскажу, вот вернемся и расскажу. Но сейчас все равно делать нечего.
Как-то сейчас будто бы кто-то выйдет сюда, и все. Тихо. Слышь, птицы смолкли. Ага. Кто-то их напугал. А ну-ка, давай, затаись. Коль, еще след. Ну-ка, вон еще один. И не один. Опа. Это еще что такое? Ну-ка. Ничего себе поковырялись. Вот тебе и головы. Отпугнули вас от этого места. Видать, помешали вы кому-то. Интересно, чего им в такой глуши искали? Так, а кто знал, что Ильич собирался столбики менять? Да никто вроде. Я да Виктор. Ну, председатель, понятное дело. Ты заезжала, так? Может, кто из охотников? Ну, так не сезон ведь. Да, не сезон. Фонарь есть? Да, сейчас, в рюкзаке. Угу. Держи. Ой, черт! Что там? Ничего хорошего, труп. А может, живое смотреть надо хотя бы? Нечего на него смотреть. Фух. Мозги по всей пещере разбросаны. Фух. Коль. Чего? Ты глянь, что это такое. Что такое? Ну-ка. Так, а вот тебе и причина. Золото? Ага. А откуда? Вон оттуда. Прям как у Джека Лондона. Что? А, да. Так, надо в центр сообщить. Может, прииск какой грабанули? Ага, смеешься? Где мы, где прииски? 700 км до ближайшего. Пойдем, надо Ильича предупредить. Ага. Давай, давай, давай.